Всем огромный привет! Давайте с вами полистаем восьмой каталог в компании Avon. Я его только сейчас получила, и самой интересно вместе с вами посмотреть. Каталог основан на новинке Attraction Rush. В женском аромате ярко играет самый яркий аромат земляники, а в мужском идет цитрус и корица. Мне ароматы оба понравились. Если мужской он более свежий, то женский он такой сладкий, земляничный, приятный. Следом идут Attraction стандартные ароматы. Закажи любые джеггинсы всего за 1400, если купите на 450 рублей со всего каталога. Удобные джеггинсы тем, что теперь у них есть молния. Потому что первые этим страдали. Без молнии может быть красиво, но когда их одеваешь или снимаешь, все равно мимо бедер их надо как-то то, что на талии, снять. Любой аромат 500 рублей. Персив. Один мужской, три женских. Помада Леди за 119. И карандаш Ультра за 159. Тут цены видно, поэтому долго не буду останавливаться. Новинка. Любая водичка 275 идет от Summer White новинка. В него входят цветы персика, лилия и янтарь. Давайте. Ну, не знаю, конечно, лучше не страницы тереть, а пробовать аромат. Но, как мне показалось, не мой аромат. Ну, кто его знает. Я по страницам не очень понимаю. 275 рублей. Три мужских предлагаются X-Series. И три женских Skin Essence. Тут уже для загара предлагается. Если шумы, у меня форточка просто открыта, а там детки играют на стадионе. Тут страница как бы распродажи, да, получается 4 средства для волос и расческа. Ну, в принципе, тоже средства для волос. Avon True. Pour Blanc набором в новом дизайне предлагается. Весь набор за 500 рублей. Хорошая цена для набора. И в новом дизайне идут Pour Blanc. Моя любимая блажь. Она была лимиткой, уходила из каталога. Мне она очень нравится. Ну и новый дизайн всегда привлекает. Ароматы Cherish предлагаются. Cherish Moment набором и мини версия и полноразмерная. Два аромата взять выгоднее, но цены подрастают. Вот такие вот. Хорошие скидки на водички, дезодоранты. Цены видно, я долго задерживаться не буду, постараюсь, чтобы каталог максимально быстро мы с вами пролистали. Я его тоже впервые смотрю, но как бы вот пока останавливаться особо нет таких акций, которые нужно было бы понять, объяснить. Тоже наборы предлагаются до 500 рублей. Любая женская водичка из 4 399 рублей. Ну, неплохая цена. Так, а эти 739 любая, мужские. Начинается серия марк новинки. Два купить выгоднее при покупке двух. Выбирай, комбинируй. Специальное предложение. То есть можно купить два. Тут тушь идет.
Клик 1, клик 2, клик 3. Пишут новый бренд, новое название, да, наверное. Правильней-то. Перфектор. Блеск, румяна тут появляются. Помада. Пробники я заказывала, но почему-то они так ко мне и не пришли. Я вот это средство, основу под макияж совершенства, заказала. Она ко мне с 7-м заказом пришла сегодня. Буду обязательно на днях тестировать. Интересно самой, как она будет на лице себя вести. Понравится, нет. Так. Шарики. Новые оттенки предлагают. Хорошая цена на помаду. Матовое превосходство. 259 рублей. Ну, тут тоже поменьше. 309 рублей на вот эту помаду. Увлажнение, питание она дает. Тени. Надеюсь, вам все видно. Я специально выбрала солнечное время, чтобы спокойненько показать. Потому что когда от иллюминации все-таки бликуют страницы от лампочки, а когда дневное освещение, хорошо все видно. Румянами я осталась вот этой сливой довольна. С щеточкой, ну так, пока еще на вы, как-то не сильно она меня впечатлила в итоге. Она неплохая, но как бы вот сказать, что это то, о чем я мечтала, нет. Я хотела более пушистую, прямо такую. Так, ну тут тоже видно вроде бы все. Цены от 299 рублей. 299 стоит блеск. Все остальное дороже. Видно. Так, любой 579. Прима 30 миллилитров всего за 159, если купите любое средство серии NU. Такое предложение. Серии NU есть новинки. Вот, например, тут ночной крем. Ну, вообще такая интересная. Пилинг есть. От темных кругов вокруг глаз. Сыворотка и ночной крем. Новенькое. Что-то новенькое. Все, серия NU закончена, предложение тоже закончено. И начинается для молодежи новинки, наверное, новый дизайн. Тут все в горошек. А может быть, вот эти четыре цвета являются стойкий цвет. По 135 рублей. Вот четыре помады в новом дизайне флакона. Так, тут знакомо вроде бы все. Новинка, платье 2000. Вот такой вариант интересный. Одежда женская и на девочку. И они между собой так как бы перекликаются, да? Вот если как посмотреть маму с дочкой, смотрится действительно интересно. Тоже сумка такая прям чисто летняя. Эльга. Вот это интересная летняя сумка. У меня в таком принте. С таким принтом. Или принтом, как правильно. Сестра брала маленькую сумочку и шарфик. Носит с удовольствием, очень нравится.
В прошлом каталоге я себе взяла очки, здесь их нет. Видимо, они уже выходили из каталога. Вот хорошо, молния. Мне прямо очень нравится, что теперь стали делать более удобно. Потому что, когда я первые джеггинсы покупала, особенно пытаешься летом, например, носить, но если тело чуть-чуть хотя бы вспотело, вы их не снимете. А если срочно надо снять... Легче растрить. Так. Новинка идет. Вот такой комбидресс женский. 1500 рублей стоит. Снова мужские трусы. Теперь с цветами и сердцами. Так, ликвидация, ликвидация, все ликвидируют. Ну, тут я не останавливаюсь, вы, наверное, не против, потому что, ну, особо все знакомое. Планета Спа. Я тут в обнимку с камерой стою в наклонку. Может быть, зацепляю иногда. Кремы для рук. Уже 4 их вида. Они очень маленькие. В них всего 30 мл. По 99 рублей они. И большие 100 мл. По 65 рублей. Серия Kia пошла. Так. Ну, видно вроде бы цены тоже. Где хит-цена, а не в желтом квадратик поместили. Снова солнечная серия. Пора загорать. Снег уже почти растаял. Вот такие предложения, где скидка. Любая маска 99 рублей предлагается в Advan Technics. BB бальзам. Тут расческа такая привлекательная. Ну, все знакомое. Новинок я пока... Вообще, в этом каталоге новинок крайне мало. Наверное, уже когда лето пойдет, будет новое. Ну вот новинка. Экзотический рай. Экстракт кокоса. Ну, летом и кокос, мне кажется, будет приторно. Ну, хотя, может и нет. Эликсир для ногтей. Новинка. С экстрактом чайного дерева. Первый Вейвен эликсир для педикюра. Насыщает ногти витаминами и минералами, смягчает кутикулу всего за одну неделю применения. 165 рублей и 10 мл. Наверное, в ванночке добавлять. Трехфазное масло для тела. Вот здесь новинка. Лосьон для тела 7 в 1 с эффектом мерцания. Вот есть. Мужская серия. Любой дезодорант 139. И дальше пошли Senses. Смотреть. А нет, вот еще пены. Есть пены. Но новинки гели для душа. Большой, маленький вариант. Тут также. 2 за 179. Можно собрать себе. Что больше хочется. Тоже 2 за 139. И вот так. Набор 380 рублей. Входит шампунь 2 в 1, спрей для тела жасмин, дезодорант шариковый, женское интимное средство и гель, если я не сказала.
тут гели предлагаются. И по 99 рублей тушь, карандаши можно выбрать. С каталогом мы закончили. Давайте посмотрим с вами теперь фокус. Фокус-покус. Выгодно будет брать новинку воды Attraction, румяна. И заработай больше вместе с марками. Все это на всю линию бренда. Вам нужно заказать средство марк со страницы 52-69 более 2 штук. И тогда будет скидка на нее 40%. Хорошее предложение для представителей. Вот Attraction тоже более 2, если у вас клиенты или вы будете заказывать, то 40% будет скидки. Также это же касается серии NU, только тут уже более 2-45% скидка для представителей. Новинки. Ну вот новинки я вижу FAM и ON. Новые водички. Эксклюзив. Женский груша, жасмин, черная ваниль, мужской грейпфрут, розмарин, ветивер. Любая 535. Также новинка будет Individual Blue. Вот такое. Ну а тут вроде все знакомо на этой странице. Тут пробники. Тренд. Морской шик. Тут птички на шарфике, голубая сумка, синие джеггинсы, брюки с молнией сбоку по талии и такая женский топ-блуза без рукавов. Шарф 275 рублей всего. Так, новые гели со скидкой. Гель для душа «Умиротворяющая гармония Востока» или «Яркое солнце Калифорнии». Так, Восток у нас идет с экстрактом жасмина и зеленого чая, а Калифорния – розовый грейпфрут и цветок франджипани. Ну, что-то такое будет приятненькое летнее. Дальше. Распродажа. Что у нас распродают, посмотрим. А распродают у нас цветы Таиланда. Набор 350 рублей. Набор. В набор входит очищающая маска для лица. Крем-суфле для тела, маленький, правда, 75 миллилитров. И пена-эликсир для ванны. Так, как нам тут-то посмотреть? Попробуем вот так. Я вот так провезу, как всегда, а вы посмотрите, что еще у нас тут недопродано. И что может быть интересным. Так, вот, пены лимитированные продают. Ягоды в шоколаде и сладкая ваниль. Уже в распродаже. Так, вот тут смотрим. Ух ты, трехцветные тени. Смотрите, они выходят из каталога за 200 рублей. Предлагают их уже в распродаже. Это надо подумать. Так, я пытаюсь смотреть над камерой. Поэтому, может быть, выбегаю. Выскакиваю. И вот так. Ну вот тени-то мне интересно, потому что я их сама ни разу не брала ни в каком цвете. А раз уж выводят, может быть, стоит приглядеться. Тут одежда, сумочки, рюкзачки. Так, смотрим тут чего. Тут всякая всячина. Чего только нет. Так, и последний листик. Баттерфляй, смотрите, уходит, видимо, с каталога. Summer White. Вот этот фиолетовый уходит.
В общем, смотрите, когда в распродажах что-то мелькает, либо дизайн меняют, либо из каталога вылетает этот продукт. Так, это посмотрели. Давайте посмотрим аутлет. Возможно, она по всей территории, но кому интересно, еще будет аутлет и вот стиль жизни. Поэтому, кому это интересно, смотрим дальше. Вот. Пижамка 1200. Этот аутлет сложнее показать, потому что он такой... Так. Сейчас я, наверное, вот так еще сделаю, мне будет удобно. Вот. И поехали снова. Ставьте на паузу, потому что я все-таки с расчетом как побыстрее показать-то. Так. Шарфик неплохой, но уж... Но еще скидка будет, смотрите. Вот шарфик-то симпатичный, 500 рублей. Если на распродажу скидки больше нет, то на аутлет еще есть скидка представителей. Такие вот тут вещи. Так, давайте теперь разворачиваемся, смотрим тут. Так, двигаемся. Так, ну и главная страничка. Так, ну и последний, это стиль жизни. Буду его показывать вам, наверное, вот так. Одну страницу и подъезжать буду второй. Или да, или как лучше. Может быть, вот так просто положить. Будет видно. Если что-то не видно, цены или еще что-то, вы спрашиваете. Вот такие вот вещи. Я помню, такое на Алиэкспресс в Китае брала колечко. Оно стоило дешевле, даже если вот эту единичку убрать. Оно было позолота. А тут уж прям... Ну, это-то цена платья. Колечко, знаете, сколько стоит? Где оно? Вот. 350. Ну, может быть, и на Алиэкспресс, конечно, так же. Потому что тут еще и скидка представителей была. С позолотой, я помню. Прям точно-точно такое же. Ой, какое мимишество, смотрите, с кисками. И пандочка классненькая. Так, домашняя одежда. Мужская домашняя одежда. Ой, надо же, мужчинам трусы нормальные сделали. Без всяких снеговичков. Так. Тут вроде тоже все видно. Детская одежда. Тут тоже видно. И все, наверное. Да. И вот так последняя страничка. Давайте поближе покажу украшения. Все. Вот такой был каталог. Номер 8 в компании Avon. Будем ждать 9-й, делать заказы по 8-му. Всем до новых встреч. Всем пока.